Вышинские студенты на практике попробовали себя в роли инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения. С плакатами, призывающими соблюдать правила, участники акции привлекали внимание и водителей, и пешеходов. А нас преподаватели предупреждали о том, что будет проходить акция, и все желающие будут принимать участие, потому что это важно. Участок для проведения акции был выбран не случайно. Пешеходный переход на Советской улице возле Московского социально-экономического института нерегулируемый. И чтобы перейти здесь дорогу, необходимо полностью убедиться в безопасности. Первокурсница Эвелина Бабаева это подтверждает, так как ежедневно пересекает проезжую часть в этом месте, чтобы добраться до учебного заведения. Здесь редко пропускают. Мы вот стоим вот здесь вот и не можем никак пройти, пока не помашем рукой, чтобы нас пропустили. Я считаю, что водители должны чаще пропускать пешеходов, потому что так как стоят и бабушки, и мы стоим мерзнем, и никак не пропускают нас. Главная задача мероприятия – еще раз напомнить автомобилистам о необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Я обращаю внимание водителей на то, чтобы были культурными водителями, чтобы уступали пешеходам на пешеходных переходах. Ну а в правилах дорожного движения, глава 4, есть обязанности пешеходов. Поэтому нашим дорогим пешеходам мы напоминаем, что прежде чем выйти на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего движения. Также в ходе профилактического рейда молодые люди рассказывали жителям о правилах поведения на проезжей части и о необходимости использования световозвращающих элементов, особенно в темное время суток. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.